выполним шестое задание лабораторной работы векторные диаграммы, в котором требуется сравнить дифракционные картинки при 8 источниках, точечных источников света, 4 источниках вертикали отложенная интенсивность. Терминология такая: самые большие максимумы называются главными максимумами, все остальные — это побочные максимумы. Основная энергия лежит под главными максимумами, то есть в области главных максимумов. Если мы уменьшим число излучателей в 4 раза, то интенсивность главных максимумов изменится. Если мы число излучателей уменьшим в 2 раза, с 8 до 4, то интенсивность главных максимумов изменится с 8 до 2, то есть 4 раза. В 2 раза число излучателей, в 4 раза уменьшается интенсивность. Если мы еще в 2 раза уменьшим число излучателей, то интенсивность по сравнению с этим, наверное, уменьшится тоже в 4 раза и должна составить полклеточки. Так оно и есть. Полклеточки по сравнению с двумя, которые были здесь.